сентября. В школу пошли мальчишки в строгих костюмчиках и крошечные девочки с белыми пушистыми бантиками. Они пошли в школу с большими букетами цветов для своей первой учительницы. Затем прозвенел их первый звонок, и вслед за учительницей нарядные первоклассники отправились в страну знаний. Но время не стоит на месте. Оно как неудержимый ветер, то несется, сметая все на своем пути, то приятно ласкает и шепчет. Тот день обязательно наступит, которого ты так ждешь. Но будешь ли ты так радоваться, что детство твое ушло?
вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые гости! Вот и наступил торжественный день, когда впервые в истории района мы открываем фестиваль выпускников, который должен стать самым запоминающимся в нашей жизни. Вместе с выпускниками мы испытываем море чувств, радости, волнения, ощущения незабываемого праздника. Да-да, здесь собрались активные, талантливые, энергичные, жизнерадостные выпускники, готовые вступить во взрослую, неизведанную, прекрасную жизнь. Дорогие выпускники, в этот светлый, торжественный день вас приветствует глава муниципального района Ботлевский район. Слово предоставляется Магомеду Малачевичу Подхлаеву. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие жители района. Я особо хочу поприветствовать наших детей, любимых детей. Хочу сказать и поздравить первый фестиваль выпускников, который проводится в районе. Пожелать нашим детям всего самого хорошего, прежде всего здоровья, в жизни удачи, счастья и благополучия. Учеба, знания – это большой труд. За что я хочу поблагодарить прежде всего родителей, учителей, воспитатели, которые, не жалея себя, все цело отдают детям в школе, детских дошкольных учреждениях, вообще в жизни. Говоря о нашей молодежи, о наших детях, я горжусь и ценю наших молодых жителей района. Она прекрасна. Молодежь культурная. Бывая в разных местах, я на себе ощущаю прелесть, мужество, красоту, ум, культуру наших молодых ребят, девочек. Я действительно горжусь вами. Сегодня мы хотим чествовать вас. Сказать вам большое спасибо и родителям, и учителям, и ученикам за ваш труд. Вы будущее района, вы будущее республики и страны. На вас надежда. Вы действительно будете опорой района. Многие из вас показали себя самой лучшей стороны, участвуя на разных соревнованиях, олимпиадах. Вы показали себя с самой лучшей стороны, за что вам большое спасибо и благодарность. Сегодня на вашем и нашем торжестве присутствует наша вот молодежь, которая показывает отличные результаты в спорте. Это Муслимов Муртазани, это Алиев Ахмед, значит, мы просили найти Набиева, хаджи нашего земляка, которые достигли больших успехов в спорте. Это пример для подражания для наших молодых ребят, учеников. Они тоже, наверное, скажут свое слово. Но я прежде всего хочу сказать большое спасибо организаторам, оргкомитету, которые подарили такой праздник нашим детям, родителям, учителям. И думаю, что это первый такой фестиваль. Оно будет постоянный, оно будет более интересный. Будем, значит, учитывать ошибки, если они будут, я думаю, что не будут их. Мы каждый год будем делать ее красиво, лучше, и чтобы это осталось в памяти наших учеников, наших родителей и учителей. Спасибо вам всем.
за ваш труд. И первый районный фестиваль выпускников объявляю открытым. Учителя, сколько тепла в этом простом слове, ведь именно с их легкой руки ежегодно появляются новые студенты вузов, колледжей. Они вкладывали в детей не только знания, но и частичку своего сердца, своей души. Они радовались их успехам, достижениям. Огорчались вместе с ними, когда что-то не получалось. С наилучшими пожеланиями от имени учителей района выступит начальник управления образования Измаилов Гаджиса Магомедович. Уважаемые коллеги, уважаемые родители, дорогие выпускники, сегодня в Бутовском районе впервые проводится фестиваль выпускников района. Система образования Бутовского района имеет давние и добрые традиции. Учителя, работники образовательных учреждений своей работой носят свой вклад в достойное воспитание и обучение подрастающего поколения. Каждым годом улучшается качество знаний наших выпускников. Мне здесь хочется сказать спасибо главе района Патхулоеву Магомеду Балачевичу, администрации, всем руководителям учреждений за оказанную поддержку, помощь, понимание. Дорогие выпускники, сегодня позади остались у вас 11 лет учебы, позади единый госэкзамен, впереди долгая, целая жизнь, в течение которого вы будете обретать все новые и новые знания. За 11 лет вы научились разбираться в процессах общественной жизни, научились дружить, общению. За 11 лет вы защищали честь школы и района в спортивных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах и викторинах. Спасибо вам за это большое. У меня пожелание, где бы вы ни находились, где бы вы, кем бы вы ни стали, будьте всегда такими молодыми, добрыми и отзывчивыми. Дай Аллах, чтобы на вашем пути всегда встречались добрые, отзывчивые люди, чтобы ваши поступки всегда были красивыми. Уверяю вас, самые лучшие годы – это школьные годы. Самый лучший учитель – это тот учитель, который нам преподает. Самая лучшая школа – это та школа, которой мы обучались. Самый лучший и богатый район – это Бутовский район. Богатство Бутовского района – его людях. Теперь вам поднимать эту планку на новых высот. Сегодня мы вам не говорим «до свидания». Вы всегда останетесь выпускниками Бутовского района. Сегодня мы вам говорим «счастливого вам пути». Дай Аллах, чтобы вы нашли достойное место этой жизни. Я хочу также выразить благодарность работникам райотдела полиции, работникам медицины, которые помогали нам при проведении единого госэкзамена. Хочу выразить благодарность всем родителям за понимание и поддержку. Уважаемые коллеги, я вам желаю здоровья, успехов в работе, мира, добра и благополучия. Пусть ваши дети вас радуют. Уважаемые выпускники, счастливого вам пути, удачи и успехов вам. Очень жаль, что всю прелесть детства мы узнаем,
когда становимся взрослыми. В детстве все было другим, более ярким. В детстве мы так спешим повзрослеть, а став взрослыми, так хотим вернуть дни счастливого детства. Дорогие выпускники, вас пришли поздравить наши младшие друзья. Давайте поприветствуем их. Воспитанники детского сада «Чебурашка». Мы особые мальчишки, ваши младшие братишки. Мы особые девчонки, ваши младшие сестренки. Мы скоро придем в вашу школу, где вы проучились 10 лет. Но примите же от нас, дорогие ребята, наш сердечный привет. На вас большим мы смотрим восхищение. Вы гордость наших школ и без прикрас, и с замечательным сегодня настроением, с окончанием школы поздравляем вас. Вас сегодня поздравляем. Вы теперь выпускники. Чтобы ваша жизнь перемене, пусть исполнится мечты. Годы школьные промчались, поздравляем с выпускным. Ну, хотим, чтобы оставались с настроем озорным. Чтоб у вас все получилось, жизнь взрослых уж людей. Чтоб мечта вам улыбалась и дала судьба друзей. Выпускники, счастливого вам дороги! Пусть будет все, о чем давно мечтали. Пускай ваша жизнь приведет вас к успеху. Ребята, мы успеха вам желаем, ведь вы достойны высших всех похвал. И все у вас получится, мы знаем, и самый лучший будет выпускной ваш бал. Воспитанники детского сада «Чебурашка» посвятили для выпускников танец «Дружба». Thank you.
Твердого Кавказа. В нем гора цель есть и напор. В нем чистота и свет алмаза. Лезгинка, ярко танец гор. Вашей молодости, вашей красоте, вашей скрытой силе, целеустремленности. А ведь совсем скоро вам предстоят новые серьезные испытания. Начнется новая жизнь, в которой останутся лишь сладкие воспоминания об ушедшем детстве. Встречайте, на сцене учащиеся Тловской средней общеобразовательной школы. Проверяющие из министерства. Лучшая проверка – это неожиданная проверка. Начинается рабочий день у педагогов и учащихся Тловской службы. Ребята, кто знает, какой сейчас урок? Наверное, физика. Нет, ты что, наверное, биология. Нас ругают, а сами на урок опаздывают. Ура, свобода, пошли футболки. Пошли. Здравствуйте. Не надо вставать. Садитесь. Ведь я самая добрая учительница. Ведь я учитель года. Можно? Да. Ну что, Сашенька, опять опоздал? Ничего страшного, садись. Ведь я самый добрый учитель. Ведь я учитель года. Ну что ж, проверим, как вы подготовили домашнее задание. Кто был французским военачальником 1812 года? Ничего страшного, я тебе помогу. На боку? На поле? На поле трактор. А трактор это кто? Он. Правильно. А теперь вместе. На поле он. Правильно, молодец. А полное имя?
Наполеон Бо... Боня? Почти. Наполеон Бона... Бонакра? Бонакра? А Бонакра на чем стоит? На парте. А много чего? Много парт. Наполеон Бона... Много парт. Без много. Бонапарт. Правильно, молодец, Андрей, 5. Следующий к доске пойдет... Иванов. А че опять Иванов? Стекла бить первый, Иванов. Иди, двойку исправлять будем. Давай, история России. Ну, там... Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Молодец, Иванов, 5, садись. Следующий к доске пойдет. А можно я кого-нибудь вызову? Конечно. Пусть ответит Сидоров. Сидоров? Да. Петро, ты что вскочил? К доске пойдет Сидоров. Отвечай, история России. История России берет свое начало в 1800. Здравствуйте, Анна Петровна. Здравствуйте. Я просто к вам за мелом забежала. Что, Иванов, да придался? Я, между прочим, сегодня пятерку получил. Ну, ах, этот Иванов. Я вижу у вас все хорошо. Я пойду. До свидания. Иванов, к доске. Я уже отвечал. Иди, пятерку исправлять будем. Извините, я папку забыла. Молодец, Иванов, 5, садись. Вторая пятерка сзади, на медаль идет. Спасибо. Все может быть. И быть все может, и все на свете может быть, но одного лишь быть не может, того, чего не может быть. Дорогие выпускники, где бы вы ни были, куда бы вас ни забросила жизнь, вы всегда будете возвращаться домой, где вас всегда с нетерпением ждут родители, где вы всегда сможете пополнить ваш багаж мудрости, получить верный совет и поддержку, где родные мамины глаза и руки успокоят, наполнят лаской, теплом и любовью. Слово предоставляется Магомедову Мурадису. Уважаемые родители, уважаемые выпускники, учителя, что я хочу сказать. Один мудрец сказал, говорит, сами, кто больше искренне радуется успехам детей, это родители. И сами, кто искренне переживает неудачам детей, тоже родители. Но пока наши дети об этом не знают или не думают, конечно, серьезно, пока свои дети не появятся. Вас поздравляю. И нас, родители, друг друга, наших детей, да и учителей тоже. Мое личное мнение как родитель, успех состоит из трех составляющих. Это первое – старание ученика, второе – старание учителя и третье – старание родителей. Если этой триады не будет, там будет сбой. Чтобы родители валили все на учителей, учителя на родителей, это так не должно быть. Если три это составляющих будут работать, будет успех. По поводу выпускников, что сказать? Здесь были сказаны прекрасные слова. Конечно, начиная и своего сына, дети наши, они дети, разницы нету, это вы наша надежда, опора. Мы очень на вас надеемся. Знаете одно, где бы вы ни были, это первый шаг, потому что вы сейчас в ЕГЭ сделали, я и сын говорю, это маленький первый шаг. Дальше еще будут серьезные большие шаги, надо, конечно, стараться. Это старание будет зависеть от вас лично, потому что это благополучие, прежде всего, вас, вашей будущей семьи, вам это нужно будет. Единственное пожелание родителей, чтобы, когда встречаются плохие люди,
вы подумали, пойти по той пути, которая есть. А плохого очень много в нашей стране, в обществе, хотя мы стараемся, конечно, делать, но оно есть негатив. Вы прежде всего думаете о родителях, о нас, о своих близких, чтобы этого не делать. Я желаю счастливого пути, мы все родители, верим, надеемся на вас. Все должно быть хорошо, главное, что вы сами в это верили. А мы всегда вас поддержим, мы будем за вас болеть, потому что вы наши дети, и до старости лет вы ими будете, и мы будем за вас всегда болеть, переживать. Счастливого пути, всем удачи, пока. А теперь для вас выступят учащиеся Зиловской средней общеобразовательной школы. Thank you.
Ученицы Ботлевского среднего общеобразовательной школы номер 1 Мутаевой Патимат. Добрый вечер, уважаемые дорогие родители. Я искренне от всего сердца поздравляю всех нас с этим замечательным праздником, с первым фестивалем выпускников. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность всем учителям нашего района и сказать пару слов о такой замечательной профессии, как учитель. Учитель, когда произносит это слово, всегда охватывает какое-то волнение. Вроде бы ничего обычного, особенно в нем и нет. Самое обычное название человека. Но когда вдумаешься в это слово, слушаешь его смысл, то понимаешь, это не просто название профессии, это конкретный человек, с которым свела тебя жизнь. Человек, который оставил след в твоем сердце. Человек, который каждую жизнь, каждым уроком закладывал тебя в частичку себя. Вы строгие и ласковые, справедливые и добрые. Дорогие учителя, без вас не было ни всесильного политика, ни прославленного героя, ни врача, ни учителя. Благороднее и ответственнее вашего призвания нет. Жизнь на земле без учителя невозможна. Как невозможно жить без воздуха, без воды, без солнца? Вечно благодарны будем всем учителям нашего района, гуманнейшим людям на небе просвещения, друзьям нашего детства и юности. Дорогие учителя, сегодня вы отправляете нас в большую жизнь. Пусть бесконечными будут дороги, которыми уходят от вас ученики. Пусть славными делами на благо общества прославят ваше имя, ваши ученики. Очаровательные, энергичные, юные и очень талантливые. Вот такие они, выпускники 2018 года. Как хочется, чтобы они нашли в жизни свой верный путь, жили с надеждой, и у каждого было светлое будущее. Для награждения медалистов и отличников приглашается глава муниципального района, Ботлевский район, Магомед Малачевич Патхулаев. В соответствии с постановлением главы муниципального района Ботлевский район от 28 июня номер 13 и распоряжение администрации муниципального района Ботлевский район от 27 июня номер 56 за отличные успехи в учебе и активное участие в общественной жизни района объявляется благодарность и вручается денежное поощрение Абдулатиповой Зайнаб Магомед Тагировне, выпускнице Пловской средней школы. Гаджиевой Аминат Асадовне, выпускнице Ботлевской школы номер 2. Газиевой Камиле Газиабовне, выпускнице Алакского лицея. Гайбулатову Муртазали Рамазановичу, выпускнику Гарафинской школы. Гитина Магомедову Алиас Хабовичу, выпускнику Творской школы.
Амаргаджиевичу, институту Ботлевской школы номер 1. Абдулле Магомедовичу, выпускнику школы номер 16 районного городка. Лабазанову Расулу Паталиевичу, выпускнику Мунийской школы. Магомаевой Зайгат Ибрагимовне, выпускнице Алакского лицея. Магомедову Хайбуле Мурадисовичу, выпускнику Ботлевской школы номер 2. Магомедовой Альвине Магомедовне, выпускнице Ботлевской школы номер 2. Магомедовой Фатимат Хайбулаевне, выпускнице Ансалтинской школы. Мутаевой Фатимат Османовне, выпускнице Ботлевской школы номер 1. Амарову Амиру Зауровичу, выпускнику Ботлевской школы номер 1. Рашидову Магомеду Раджабовичу, выпускнику Салтинской школы. Сулейманову Мадинат Сулеймановне, выпускнице Тловской школы. Айшат Забировне, выпускница Алакского лицея. Хизриеву Ахмеду Хизриевичу, выпускнику Английской школы номер 1. Чупановой Загида Чупановне, выпускница Ботлевской школы номер 2. Шамхалову Рамазану Ахмеднабиевичу, выпускнику СОЖ номер 16 районного городка. Магомед Патхулаев. Спасибо. Я хочу обратиться особенно к родителям, учителям. Вот этот миг, вот этот радостный лица детей, учителей, родителей, вот за это можно душу отдать. Вот я думаю, вот сегодняшний вечер,
надолго, на всю жизнь останется память не только там детей, но и родителей, учителей. И это все красиво. Спасибо всем вам. И что я хочу последок, мы одну забыли, одного ученика отметить особо, как ученика года. Я с ним встречался, как и со всеми остальными выпускниками. Действительно, у парня большое будущее, если он будет над собой вот так заниматься, как сегодня он занимается, это Магомедов Айбулла Мурадисович. Я лично с ним разговаривал, он хочет быть программистом. Вот, значит, в районе нету программиста. Вот, если с него станет хороший программист, специалист, это будет находка для района. Спасибо его учителям. Я хочу учить им, как лучший ученик 18-го года, вот этот кубок. Спасибо вам за учебу. Дорогие выпускники, сегодня вас пришли поздравить наши знаменитые спортсмены, которые своим примером вдохновляют других на высокие достижения. Муртазали Муслимов, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, бронзовый призер чемпионата Европы 2018. Ахмед Алиев, мастер спорта международного класса, чемпион мира среди профессионалов организации Fight Nights Global. Шамсудин Гусенов, чемпион Европы по грэпплингу. Салам алейкум, добрый вечер. В первую очередь хочу поблагодарить Ботлевский район во главе Магомеда Малачевича. Спасибо огромное за теплый прием. И хочу поздравить и пожелать теплые пожелания выпускникам и школьникам всем, чтобы слушали старших, уважали старших и младших. Слушались родители. Хоть куда бы ни поехали учиться, чтобы не забывали, чтобы не теряли свою честь и достоинство. Спасибо всем. Удачи. Салам алейкум, добрый вечер. Конечно, в первую очередь хочу поздравить наших выпускников, пожелать им успехов, удачи. Спасибо. Бурные аплодисменты, мы хотим представить вам гостю нашего сегодняшнего праздника. Вас приехала поздравить звезда дагестанской эстрады. Встречайте на сцене Анора! Спасибо огромное. Добрый вечер, Ботлев. Как ваше настроение? Не слышно. Спасибо огромное. Спасибо, друзья. Буду я рада, на губах твоих застыть на минуту.
очень поздравляю вас, дорогие наши выпускники. Дорогим выпускникам. Пишу лишь тобой, моя нежность и ласка, сладость и боль. Сказка моя сочная, малина моя сочная, как любовь непорочная согревает мечты. Твоя сказка моя сочная, малина моя сочная, как любовь непорочная, там, где ты. Загадывать желание. Так давайте и мы загадаем и запустим в небо фонарики. Я выдумала рай, где мы одни с тобой будем вместе.
Братишка! Батлик вас не слышал! Тебя ищу, знаю.
Украину. Самый пор.
счастливой и светлой дороги. Мы посылаем вам догонку. Прощай, наш салют!